Одинцовский округ самый активный. Несмотря на то, что на улице минус 15, жители сегодня собрались в парке Раздолье, чтобы поучаствовать в фестивале зимних видов спорта. Захарова! Аплодисменты, друзья! Встречаем аплодисментами! Команда из Захарова приехала в парк Раздолье принять участие в забеге трудовых коллективов. Капитаном команды из 6 человек стала Алина Лабутина. По ее словам, самым сложным было преодолеть полосу препятствий. Мы бежали 3 километра, там были эстафеты разнообразные. Мы подтягивались 200 раз, прыгали 200 раз, еще приседать заставили. Бежали с резинкой, вся эта дистанция была просто бешеная, но мы справились. А вот Ксения после своего детского забега решила подкрепиться гречневой кашей на полевой кухне. Ее семья приехала в Раздолье впервые. Говорят, что парк очень нравится. Расскажи, как ты пробежала там. Нормально. Она участвовала немного в забеге. Устала. Заняла. Пока еще неизвестно, место, какое наверное. Место. В общем, в зачете мальчики и девочки 4 место прибежала. Да, так что вот это, устала сначала, расстроилась, потом обрадовалась. Открытые тренировки, детские и взрослые забеги, соревнования по стрельбе из лука, катанию на тюбинге и заезды на беговелах для самых маленьких – все это было в спортивной программе фестиваля «Ловкие, быстрые, смелые», который прошел в парке Раздолье. По словам гостей и участников, заряд бодрости тела и духа на целую неделю вперед им обеспечен. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».